Дарья Семина, фотограф. Талант останавливать время с помощью фототехники есть у каждого фотографа, но для создания успешной фотостудии сегодня этого, конечно, недостаточно. Такие услуги не часто развиваются в небольших городках, но у Дарьи Семиной из Сергиевского района получилось. В 2012 году Дарья обладала совершенно не творческой профессией, но душа, видимо, попросила чего-то большего. И к ней пришло решение попробовать себя в роли фотохудожника. А это целый мир, новая профессия и, значит, снова учеба. Сначала были дистанционные московские онлайн-курсы, а уж потом и выездные семинары, мастер-классы по области. Ведь изучить предстояло многое, в том числе и психологию. Далеко не все из нас готовы раскрыть себя перед камерой и тем более перед малознакомым фотографом. И это начало каждой фотосъемки. Съемка больше в стиле лайфстайл. В ближайшее время мы дойдем до этого. Но люди, конечно, больше привыкли, да, как в фотоателье. Пришел, посадите меня. Смотрел в камеру и все. Приходится с человеком как-то работать в процессе разговора, общения. Там выходит уже привыкание к камере, и уже человек достаточно раскрепощен к концу съемки. А еще фотохудожник может подобрать образ, подходящий именно вам. И тут, к словам мастера, стоит прислушаться. Очень скромная девушка и хочет фотосессию, ну, там, в стиле роковой женщины, например, там, ну, красная помада, там, костюм, все такое. Не всегда получается, потому что лицо, оно выдает человека, его сущность, и не всегда человек обыкновенный, из нашей жизни может сыграть такую нестандартную роль. Вот. Бывает, это мне не навязано. Там, например, муж сказал, я хочу, чтобы ты там сделал такую фотосессию. Но нет, мы как-то стараемся сделать, конечно, кадры такие, как хочется. Но я потом предлагаю немножечко отойти, свою какую-то концепцию вести и уже попробовать модель, посмотреть, как она будет чувствовать себя в мною предложенном образе. Да, оказывается, что фотоателье – это сезонная работа. И во все времена созданная Дарьей студия должна отвечать запросам заказчика. Начиная с ноября основными клиентами фотографов становятся семьи, ведь растет спрос на предновогодние семейные фотоподборки. Ну а лето – это пора свадеб. И если в день регистрации брака ограничено время или подвела погода, то фотостудия – лучшее решение. На ее обустройство, создание художественных зон у этого мастера ушло масса творческих сил и средств. А ведь ежегодно рабочее помещение должно обновляться, чтобы оставаться актуальным для самых требовательных клиентов. Да и технические новинки предполагают немалые расходы. Словом, профессия не дешевая, но оно того стоит. Ведь именно здесь создаются не просто фотографии, а настоящие хорошие воспоминания, которые остаются с людьми на долгие-долгие годы. Екатерина Реснянская, Антон Иванов для информационной службы телекомпании «Радуга-3».